сейчас стоим не на пороге, а в дверном проеме тектонических изменений в мире и тектонического противостояния. Угрозы, которые наша страна, не побоюсь этой аналогии, не видела со времен татаро-монгольского ига. Потому что даже во время Великой Отечественной все-таки значительная часть, добрая половина так называемого цивилизованного мира была на нашей стороне и воевала на нашей стороне. А сейчас мы воюем сами, сами одни. Я не беру Белоруссию, потому что Беларусь – это тоже мы –